Сотни беженцев, находящихся во временном лагере поселка Идомени, попытались пересечь греко-македонскую границу. Это решение они приняли после того, как распространились слухи об открытии контрольно-пропускных пунктов. На границе беженцы столкнулись с сотрудниками полиции, которые не пропускали людей в Македонию. Беженцы попытались разорвать линию, но правоохранители не дали им этого сделать, перекрыв путь со всех сторон, в том числе и через железнодорожные пути. Люди держали плакаты с надписью «Не бейте нас! Помогите нам!» и выкрикивали различные лозунги. Мы хотим, чтобы эти границы были открыты. Мы живем в нечеловеческих условиях. А ведь мы живем в Европе. У нас есть свои права, как и у остальных людей. Мы хотим, чтобы к нам относились как к людям, а не как к животным. В настоящее время во временном лагере греческого поселка Идомени находится 14 тысяч мигрантов. Врачи предупреждают, что состояние их здоровья с каждым днем ухудшается.